Я сегодня склоняюсь перед семьей Салтанат, перед всем обществом Казахстана и прошу прощения и милосердия. Я прошу прощения у всех матерей, у всех девушек и женщин за моего сына Куандыха. Простите и меня. Мне очень тяжело. Не было ни минуты, чтобы я не страдала со дня гибели Салтанат. Я прошу прощения в первую очередь у мамы Салтанат, отца и родных, которым мы причинили нестерпимую боль. Куандых мой единственный сын, и я знаю, какая у него тяжелая, непростая судьба. На его долю выпало суровое и тяжелое испытание. Он испытал огромный стресс и несправедливость, пережил в жизни взлет и падение, предательство друзей, коллег, предательство в семье, которые принесли ему боль, страдания и душевное разочарование.